Всем привет! Я хочу снять это видео. Точнее, я его уже, в принципе, снял. А это приветствие я пишу уже в конце. Дело в том, что перед тем, как я вам покажу, как работает баг, я вставлю сюда все свои неудачные дубли за день до этого. Потому что у меня уже пригорело, а я пытался снять баг заранее другими персонажами, мне предоставляли персов. И как обычно, я не учитывал разные нюансы. То амулет забыл снимать у персонажа, то сам перс был слабый, я этого не ожидал. То, блядь, хотел за алмазы там сбросить паука, чтобы он бессмертие, там пароль второго уровня, блядь, пацана он мне его не дал. Короче, одни ужасы, блядь, и трагедия. Поэтому наслаждайтесь просмотром. А, у меня что-то... Сука, шея затекла, блядь. Всем привет, дорогие мои подписчики. Как я и обещал, я сниму видео по поводу темной области, баг. Но мне так уж вышло, мне дали персонажа на Америке. Но я, ложа руку на свою правую булку, заявляю, что... Этот баг работает и на рус-серверах, потому что я лично его опробовал. Я бы, конечно, мог завтра снять своим персом, но у меня, блядь, зудится в этой самой жопе, поэтому я хочу донести до вас всю эту информацию. Сейчас я дойду до кое-кого. Кстати, я вот стою на балконе, как и обещал. Мне холодно, потому что я в одних труселях, а за окном слякотно и хреново. И звук вот этот он мешает мне, портит вообще всю мою голосину, мою чистейшую, мою звуковую дорожку. Ухуяривает, ладно. Сейчас, если вдруг у вас что-то не получится, и вы скажете: Комс, ты такой вот, знаете, ты такой, ты дебил такой вообще, просто ты нас затралил, видишь ли, обманул нас. Ни хрена, я тогда возьму и сниму лично для вас это видео своим комсом и отправлю вам в приват. Да-да, прям в игре. Смотрите, как мы поступаем. Вот этот человек, добрый молодец, дал мне этого персонажа, Каспер 63 уровня, ну, силушки у него нема, но я думаю, дамага, как он говорит, хватает, и он просто всех вымешивает, выбешивает, ну, на этой темной области. Теперь посмотрим... Что у него по темной области вообще есть? Нахуй не бздеть. Смотрите, темная область 0 из 2, да? Первый раз на темную область мы идем как обычно. Просто. Как вы там хотите. Спать или не спать. Не знаю. Поебать. Сейчас я, значит, зайду, быстренько пройду. Хотя я не знаю, пройду ли я вообще. Я же все-таки ничем не играл. Надо съесть карту. На всякие случайные пожарные попробовать. Так, что вообще умеет делать этот мечистый меч? Ну-ка, если я эту кнопку нажму. Все в порядке? Я что-то не понял. Это почему я не смог его убить? Разрывом. Это какая-то фишка, что ли? Или что, блядь? Нахуй. А почему он не умирает? По-моему, этот парень меня обманул. Он говорит, этот меч, типа, тащит и растаскивает все, что, блядь, тут и движется, и не движется. Ну, умер, ладно. Мы-то, конечно, будем долго с вами снимать этот видос. Так, первый этаж готов. Давайте второй. Ну, и вам, если в тягости это смотреть, вы, конечно, можете перематывать. О, а тут же еще такая штучечка есть. Охренеть. И теперь так вот, оп-оп-опа. Надеюсь, у него никакой амулетище не стоит. Стоит. И как я должен воевать? Подождите. Срочно, срочно, худосочно. Удаляем амулет. А какой пароль второго уровня? Ну ты подъебал меня, парень. Ты меня просто подъебал. Как я должен показывать им, что, блядь? Ладно. Может быть, сейчас все-таки что-нибудь у нас выйдет. Ой, блядь, все, пизда Ивановна началась. Где твои? А у тебя еще и алмазов нет. Пизду, блядь. Снял. Тьфу, блядь. Вырубаю. Осечка, дайте мне нормального, пожалуйста, персонажа, у которого нет амулета, блядь. Если я сниму вообще всего пета, и у меня тогда он вообще слабый будет, я ни хрена сделать не смогу.
Короче, будем это думать, что мы типа ТО это прошли. Я вообще из него вышел, но смысл такой, что да, вы можете пройти, не пройти, это ваше дело. Теперь я амулетик все-таки снял, пароль я второго уровня узнал, вот у меня нет его. И теперь делаем как? Теперь мы регистрируем темную область. Что же одни шумы на улице, блять, кто-нибудь закиньте туда атомку, сука. Или ядерку. Темную область. Оп. И ставим максимальный уровень. Вообще на темную область можно зайти с 51 уровня. Поэтому ставим любой уровень меньше 51, например, 32. Я хочу, блядь, дед, я хочу 34, как мой возраст не ебет. Все. Вот. И пусть будет так. Максимальный уровень. И регистрируемся. Все, мы состоим в реге. Теперь заходим к технику Бейкеру. Нажимаем темную область. Что же это за задержечки-то такие бешеные? Как же я вообще буду что-либо проходить в этой игре? Темная область, ля-ля-ля, три уровня, я понял. Все, нажимаем ОК. И залепетываем снова в темную область. Сейчас я просто быстренько перемоточками ебану, чтобы вы не скучали. Ладно, ладно, уговорили вы меня. Русский сервер самый зачипатый сервер на свете. Хрен с ним, с этим Америкой, с этой 63-уровневыми мечами, которые вообще мне подляночки ставят. Хотя спасибо ему, конечно, за помощь, но это была подлянка века. Вот, Слимус, все в порядке. Ты, значит, в моих когтистых лапах. Я твоего перца не проебу, как дерьмово. Случайно, конечно. Давайте попробуем еще раз, только уже некромантом нормально сделать делюжечки. Я, конечно, сейчас обрежу видео, чтобы им было проще. Надоело мне там плясать в этот ТО, блядь. Короче, заходим сюда. Темная область 0 из 2, может быть 1 из 2. Поэтому первый раз проходим, как обычно, в спати или без спати. Это ваше дело. Заходим, жмем ОК, залетаем. Спать я не собираюсь, чтобы не тратить время. Блять, да как играть этими персонажами, сука, я не могу я кроме варвара никем играть, нахуй я этих драконов вызвал, блять, костяных, сука, ебучих, зачем они нужны, когда я выйду из этой херни всей, хинея, блять, что они меня тут шкивают, как шкиты, куда шлюха какая-то, смотрите, передают меня от одного к другому, сколько можно, блять. Ёбаный в рот. Пришлось купить два раза по 30 алмазов, чтобы сбить это бессмертие ебучее. Теперь я как достопочтенный сэр должен, провинившись, задонить этому человеку минимальную сумму.
Это мой косяк, поэтому я это сделаю. Пройдя ТО, выходим. Тьфу! Ой, я не того убил. Оказывается, я убил не того босса, они переродились, и я вышел из ТО, не получив плюх. ДЦП. Ладно, все равно мой донат он перекроет все те косяки, которые я здесь пою, сука. Я что, не мог подождать завтрашнего дня и сыграть комсом? Бесит нахуй. Ладно, пройдя первый раз ТО, заходим сюда опять, создаем темную область. Темную область. Ставлю максимальный уровень до 51-го, любой, пусть будет 12 уже. Окей, выходим, нажимаем техника Бейкера и нажимаем участвовать. Залетаем и быстренько пробегаем темную область. Проходим ТО. Я тут сейчас бился, я не говорю, полтора часа, наверное. Выходим отсюда. Теперь у нас на... Да уходи нахер. Написано 2 из 2. Заходим в нашу регу. Вот они мы, зарегистрированные. Где? Так, ладно, заткнись нахер. Прошел день, я все-таки на своем персонаже и все-таки попробую сделать этот баг, потому что вчера я его сделал, а никто его после этого сделать не может. В том числе и я сам на Нике. Тут рядом маленький комс грызет чехол от моей колонки. Сука такая. Будет сейчас издавать всякие шумы, не обращайте особого внимания, потому что он особо говорить не может, такая мохарю и чики-барики. Больше он ни хрена пока не в состоянии произнести. В общем так, значит, я регаю, делаю все последовательно, как я это делал тогда, без каких-либо отклонений, все как тогда. Забегаю в темную область. Стартую. Погнали наши городских. Еще мне... Тихо, да, тихо. Парень говорит один. Как раз объясни, как темный улус проходить, а то, говорит, новички заходят сюда. Это печет. Они тут просто беспределят. Они мешают, не дают пройти. Да тихо, бля. Так вот. Спокуха, ты же только что не разговаривал. Вообще ни слова не представил. Он понимает, что я видосик снимаю. Пытается рассказать, как правильно ходить на темную область. Кирюха, я лучше знаю, как это делать. Так что ни А, ни Б. Здесь. Новички, мои новички. Дайте я вас сейчас расцелую, хоть я и не гей. Смотрите, убивайте противоположного цвета полкотена. Противоположного... Ложного... Сука, я тоже не снял амулет. А, хотя мне не надо его снимать. Ладно, вот так вот сделаем. Оп. И вот так. Оп. И не вышло ни хрена почему-то, блядь. Ладно, делаем, покупаем за алмазы этот, блядь, сброс и убиваем. Если вы убийца, новичок, если ты убийца, не выпускай своих вонючих мух, потому что они поубивают всех, говорит, пауков. Если ты некромант, не выпускай драконов из своих прихвостней, иначе они выебут всех пауков, и они размножатся. Да, да, Кирюха, именно так. Глагобия. Кто там еще что может делать? Короче, ничего такого не делайте масс-атачного. Бейте пауков противоположного цвета, потом только мочите главаря. Потом он становится на 50% хп бессмертным опять. Опять бьете противоположного цвета пауков. И опять бьете главаря до 25% хп. И третий раз то же самое. Не перепутайте. Сука, как ты меня заморозил? Тут... Что делать? Синий паук, красный, жук. В этой последовательности потом их надо всех убивать. Больше, блядь, никак. Понятно? Синий паук, красный жук. Ошибетесь, ничего страшного, будете заново убивать. Синий. Павук.
Павук, сука. Не умер. На тебе вот простой тычкой. Красный! Красный! Иди сюда! Ух ты, краснота! О, почему не получилось? Ладно, давай еще раз, кого-то не того ударил. Давай, синий. Видите, я ошибся, так и произошло вот это. Не хотите, чтобы с вами произошло то же самое? Не делайте так, как я. Синий паук. Кирюха, тихо. Я снимаю, красный. Жук. Жук, блядь, Кирюха. Да что ж ты на меня тут набросился? Блядь. Потом я выхожу. Вот так, вышел. Все, вышел. Далее. Я нажал опять регу. Нажал. Темную область. Ой, нечаянно. Фильтр поставил. Максимальный уровень 1. Нажал готово и окей. Все. Нажал крестик. Захожу к этому. Темную область. Участвовать. Да спокойно, Кирилл, что у тебя демоны вселились, что ли, какие-то, блядь, ты же молчал. И быстренько проходим первый этаж. Так, загондонено все. Переходим на второй этаж. Павук, держись, я иду. Павук загондонен. Да-да, Кирюха, именно так, никак по-другому. Заходим на третий этаж. Черт, не могу. Заходим. Держитесь, жуки-пауки. Я опять иду к вам. Да не грязи ты мой чехол. И паучок последний загондонен. Второй раз. Выходим из подземелья. Чики-брики. Рега осталась. Вот она, роднулечка моя. Нажимаю go. И третий раз я шпарю по темной области. И не говорите мне, что это не работает. Запомните, комсодубина никогда не лжет. Никогда. Он может иногда подпездывать, но не лжет. Убиваем этого гада. Труп. Объелся залуп. Так. Идем на второй этаж. Паук, я тебе еще не надоел здесь? Паучок. Уничтожен. Лапки обломаны. Заходим. Тихо, Кирюха, не верещи ты так. Переживает слишком за этих боссов, потому что я их очень больно бью. Жук красный, синий и паучок, пятачок. Так, жук, да? Жук? Жук, да, жук. Красный, спокойно, бля! Синий, синий и паук. Сдох, сука. Выходим, выходим, Кирюха. Сейчас будет нечто, блядь. Смотрите, опа-на, область темная, 3 из 2. Ха, выкусили. Так вот, сейчас и это. А, чё? Чё-то я, блядь, затроил. Это, всё, темная область сделана. И повторяйте за мной так же. Наверное, вся фишка в том, что я соло хожу. Может быть, вся фишка в том, что я в фильтре ставлю уровень 1, да, Кирюх? Ты как считаешь? Правильно, а, вот так. Поэтому делайте... Короче, делайте как я. Нет, ну, можете экспериментировать, брать в пати, как там пишут в чате, якобы можно до 3 человек брать в пати, тогда типа это все работает. Пробуйте, я не знаю. Я вам вот показал, что это работает, все. Все будет хорошо, друзья мои. И на Америку нас не перенесут, будем мы здесь, поэтому я вам говорил, копите карты, потому что мы будем копать за алмазы хоть-то там. Хотя, если вдруг... У нас просто изменится компания и будут другие... Да тихо нахер все, бля! Эти акции. А мне тут сказали, что акции будут другие люди писать. То, глядишь, и может быть и будем также копать за алмазы карты. Поэтому пока вы их копите, пока ничего с ними не делаете, до 26 числа все посмотрим. Все, а теперь всем пока. Я пошел на тренировочку. Усираться, блядь. Да, Кирюха, хватит грызть, блядь, носок свой, ёбаный ты в рот!